Всем привет! Сегодня мы сделаем из одного шарика цифру 4. Накачайте любого цвета шарик, оставляя примерно 12-сантиметровый хвостик. Делаем первый мягкий, примерно 3-сантиметровой длины пузырь. И замыкаем оба конца первого пузыря в один замок. Делаем второй, примерно 5-сантиметровый пузырь. Затем делаем третий мягкий, примерно 3-сантиметровой длины пузырь. И замыкаем оба конца третьего пузыря в один замок. Теперь делаем четвертый, примерно 13-15-сантиметровой длины пузырь. Затем делаем пятый мягкий 3-сантиметровой длины пузырь. Замыкаем оба конца пятого пузыря в один замок. Давайте сделаем шестой, примерно 10-сантиметровой длины пузырь. Замыкаем оба конца цепочки из последних 5 пузырей в один замок. В общем-то уже похоже на цифру 4. Давайте сделаем седьмой, примерно 7-сантиметровой длины пузырь. Затем делаем восьмой мягкий 3-сантиметровой длины пузырь. Замыкаем оба конца восьмого пузыря в один замок. Теперь нам нужно аккуратно, можно ножницами, обрезать остаток шарика. Поправьте все пузыри в нужные положения. Поздравляю, мы сделали цифру 4. С помощью ниток мы можем прикрепить нашу скульптурку к другим цифрам, словам. Для этого нам нужно обмотать нитки вокруг маленьких пузырей по краям скульптурки. Сделанные таким образом надписи можно прикрепить с помощью прозрачной липкой ленты к стене или подвесить к потолку. Чтобы нитки были незаметны, их нужно выбирать такого же цвета, как и задний фон. Ну вот, пожалуй, все. Веселых вам выкрутасов!